наших новичков. И ведь сейчас объявлены такие шикарные промоушены, в частности, промоушен на большое путешествие. И для того, чтобы его выполнить, для того, чтобы подготовиться, для того, чтобы быть в квалификации, нужны новички, нужен товарооборот, для того, чтобы звездочки свои открыть. И поэтому для всех новичков декабря, друзья, для всех, все, кто подпишется сегодня, завтра и вплоть до 31-го включительно, акция «Щедрый бустер» продлевается. Ура! Ура, друзья! Поэтому, если кто-то еще не успел, кто-то еще не сообразил, может быть, чуть-чуть не хватило мотивации или возможностей, можно успеть, можно догнать. Но что я еще хотела бы сказать? Кроме того, что эта акция шикарна, «Щедрый бустер» замечательный, друзья, и продукт практически весь есть в сессии. Вот я сама оформляла эти бустера и очень радовалась, потому что очень большой ассортимент, и уже позвонили из службы доставки, и уже предупредили, что на этой неделе мы продукт получим. Все замечательно, все супер, все шикарно. Поэтому не упустите такой возможности, друзья. Но объявляется также новый промоушен по рекрутингу. Ведь тот, который был объявлен до 15 числа, закончен. Подводятся итоги. И если вы наблюдали в сессии, то вы видели, как менялся рейтинг, как менялось количество подписанных людей, количество выкупивших бустера в первых линиях. И вы видите сначала 2, 3, 5, 10 бустеров в первой линии. Круто. И буквально на этой неделе, я думаю, в патронах, возможно, подведутся итоги, кто же у нас все-таки победитель, кто будет обедать с нашим Станиславом Одинцовым, кто будет приглашен на ужин с Анной Сироконян. Мы узнаем ближайшие, прямо, возможно, часы. А вот объявляется новый промоушен. Новый промоушен по рекрутингу. Первое. Нужно самому быть с бустером в декабре. Это условие нового промоушена. И второе. Построить новые организации в декабре, в которых есть заказы бустеров. То есть новички с бустерами на первом, втором и третьем уровнях. Причем новичок, который на первом уровне, например, да, он может быть без бустера. А вот под ним пошли бустера, да? И учет начинается вот с тех бустеров, которые начинаются с вашего новичка. Понятно. Дата подписания всех – декабрь месяц. Итак, новый партнер, новые условия, а условия просто невероятные. Награда просто невероятная. Это приглашение и оплата участия в этом нашем новом суперобучении Кикварде для первых мест. Также будет это по регионам, ну а вторые, третьи места или там как-то региональные участники, они будут награждены суперпродуктом, которого мы все ждем, и который, кстати, появится на этой неделе. Это Сталлон и Шевитон. Вот такие, друзья, такой шикарный промоушен. Такая замечательная акция, я об этом хотела вам напомнить. Ну а вот возможность, желание, необходимость самого бустера, зачем его нужно покупать, как с ним работать, какие результаты обычно вот дается после приобретения этого бустера. Знаете, об этом шикарно, просто великолепно было сказано в четверг на школе Татьяны Лученковой. Я сама заслушалась, как это было сделано вкусно, профессионально. И запись уже есть в сессии. И если вы хотите послушать сами, для того, чтобы дать новичку послушать, там очень здорово все подано, рассказано и разжевано, я бы даже хотела сказать. Поэтому, если не попали по каким-то причинам на саму школу,
то слушайте записи, они достаточно интересные, друзья. Ну, а мы дальше. Мы дальше. И я хотела бы сказать, кстати, вот, друзья, 19 января наш президент вновь выходит в эфир. И будут суперпатроны от нарко. Но это будет только для тех, кто лично сам выстрел в декабре. И если у вас не было возможности купить его по акции «Щедрый бустер», если вы опоздали, если вы не сумели, то сделайте так, чтобы ваши новички попали на этот супертренинг суперпатрона от нарко. Потому что, во-первых, акция продлена для новичков, но обычно бустер тоже никто не отменял. Хотите послушать? Не успели купить до 15-го? Можно купить обычный бустер с одним кейсом 95 себе в подарок для того, чтобы присутствовать 19 января на тренинге, на послании, на вебинаре от нашего президента Нарко Серотоняна «Супер патроны от Нарко». Ну а дальше, друзья, я хотела бы вам сказать о том, что произошли очень такие интересные изменения. Я хотела бы сказать о том, что компания объявляет сейчас массу промоушенов на события. И мы с вами давно, уже почти месяц, не слышали нашего любимого спикера, человека, который всегда нам открывает что-то, какие-то новые технические штучки, который помогает нам разобраться в новшествах техники в сессии, но и который делится своим состоянием, своими эмоциями, своим отношением к тому, что происходит внутри компании и вокруг нее. Итак, друзья, я передаю микрофончик своей Галине. Поставьте, пожалуйста, плюсики, слышно ли меня, я пока не очень понимаю. Так, да, вижу, да, спасибо большое. Надеюсь, что меня хорошо... Беру в раздумки. Так, слайды листаются. Спасибо, Лена, спасибо за промоушен, спасибо, что поддерживаешь и не даешь уходить в какие-то свои домашние дела бесконечные, вовлекаешь в общую активность. И вот я хотела, помимо основной поставленной на сегодня мне новостями сессии, я не могла этого не сделать, потому что вчера сессия попросила обновление, и вот когда я вышла на маркет, Play Market на своем андроиде, я открыла несколько интересных для себя моментов. Вот, и решила, что этим надо просто обязательно с вами поделиться. Если вы этого не видели, почитайте тоже сами. Вот несколько акцентов. Что нового? Это мы увидим чуть дальше. Обновлен дизайн. Так, я вот сейчас соображу. Нужна мне указка. Смотрим вот сюда. Дизайн интерфейса. Добавлена галерея в постах. Добавлен поиск товара по всем магазинам. Ага, вот этого я еще не увидела. Вот сейчас читаю второй или третий раз и понимаю, что это тоже надо понять о смысле. Другие улучшения, исправление ошибок. Сессия. Что такое сессия? Это социальная сеть с интегрированным маркетплейсом на основе блокчейн-технологий. Если смотрите телевизор, то там очень активно идет реклама маркетплейс, по-моему, Яндекс, да? Вот это такое слово marketplace, онлайн, это из Википедии, это платформа электронной коммерции, предоставляющая информацию о продукте или услуге третьих лиц, чьи операции обрабатываются оператором marketplace. В целом marketplace представляет собой оптимизированную онлайн-платформу по предоставлению продуктов и услуг. Ну вот не знаю, как вам, лично для меня вот это вот как-то еще до конца в голове не укладывается. Нам говорили, что будет социальная сеть, что будет магазин, и вот оно сейчас все,
просто на наших глазах рождается, превращается в нечто такое глобальное, многофункциональное, всезахватное, я бы сказала так. И надо не успевать, не отставать от развития и роста этой нашей юной сессии и стараться, ну, как бы понимать и использовать максимум хотя бы функций. Все, наверное, как бы для всех это будет, ну, скажем так, не для всех все равно, да, тут слишком много возможностей, и не все, вот я лично смогу воспользоваться ими, да, но что-то вот нужно успевать и брать в руки и использовать, переписываться с друзьями и представителями компании в мессенджере приложения, то есть мессенджер приложения у нас уже есть, это что, наша, вот наушники, как вы считаете, то есть вот я, прочитав этот текст, ну, как бы у меня возникло не только как бы понимание, да, но и новые вопросы, и новые какие-то задачи для того, чтобы вот каким-то новым действием использовать оригинальные стикеры, другие функции современного чата, настроить календарь и систему оповещений, чтобы не пропустить ни одного важного события. Недавно я, что называется, не мытьем, так катанием, значит, дочь свою организовала так, чтобы она установила себе сессию и заходила туда. И вот она жалуется мне, что ее замучили эти пуш-уведомления. А я никак не могу добиться, чтобы они ко мне приходили. То есть, это вот вопрос в телефонах или вопрос в настройках, то есть, или вопрос в том, что более молодые мозги быстрее все делают и соображают. Вот, то есть такие возможности есть, опять же, вот у меня этого нет. Ну и вот здесь несколько картинок, что изменилось на сегодняшний момент. Появилась вот эта вот, ну она поменялась, вот такая управляющая панель внизу, да, вот я бы так ее назвала. То есть это стало более наглядно, упрощенно и более современно. Ну вот смотрим, это значок ленты. Ух ты, я нажала и ушла на Freedom Group. Извините, я вернулась. То есть это значок ленты. Это у нас таким образом выглядят отчеты. И это значок QR-кода. Мы переходим на подписание. Это корзина, здесь все остальное. Ну, давайте несколько фрагментов быстренько рассмотрим. Значит, сообщество. Напоминаю, что через шайбу здесь, напишите кто-нибудь мышку мою, стрелочку видно, да, вам удается за ней следить. Выбирая вот через шайбу, мы можем как бы выбрать, какие, да, спасибо, какие сообщества нам интересны. То есть что-то можно убрать, да, чтобы оно не отвлекало наше внимание, а что-то наоборот добавить. Ну, кому-то крипто-новости могут быть совсем неинтересны, там Бигхан и Кофисел тоже могут быть неинтересны, а кому-то интересно, я туда частенько заглядываю, потому что там тоже, ну, какие-то моменты удается поймать. Здесь, ну, это просто страничка из ленты, так выглядит. А, вот что я здесь хотела сказать. Вот таким образом изменились эти значки, количество лайков, количество комментариев и расшарить, то есть поделиться можно этой статьей сразу же, очень удобно, да, если статья полезная, то есть выбирая, допустим, продукты вижу, выбирая поделиться, мы во внешний мир выносим какую-то полезную для нас информацию и таким образом привлекаем нас задавать свои какие-то контакты, по которым человек может к вам присоединиться. Так, сейчас настроимся. Это у нас вот как раз нажата вкладочка «Отчеты». Вот так она выглядит. Сканер. Тоже все. Ну, то есть, короче, стал доступ к каким-то функциям. Вот так я хочу сказать, да? Оно на первом экране. То есть, самое главное, самое важное вынесли вот, скажем так, на первый экран нашего телефона. Таким образом регистрировать партнера. Два варианта через сканер или кнопочку нажав зарегистрировать. И вот корзина тоже, она
напомню, что используется вот эта шайбочка для такого же выбора подбора магазина. И вот вкладочка «Все остальное», она открывает, ну вот, все, что не вошло. Самое главное, здесь у нас кроется наш кошелек с нашими деньгами, обучение, задачи, друзья, календарь. Вот чаще всего я использую календарь ежедневно, практически смотрю и вижу, вот, например, нашу зарядку, куда выкладываются не только ну, как бы ссылки на вход, но и ваши комментарии, и туда же прошу писать какие-то свои комментарии после того, как может, ну, это уже читаем мы, чтобы нам было интересно что-то учесть, что-то на будущее. И, значит, еще хотела обратить внимание, вот здесь, да, есть такой значок, я, напишите, кто его использует. Это чат внутри сессии. Вот, по крайней мере, я когда-то его попробовала, несколько человек вот попривлекала, но как-то у нас это не пошло. А может быть, в этом тоже есть какой-то интерес, и можно извлечь много полезного. Да, вот эта вот кнопочка «Добавить человека в чат», то есть здесь можно организовать группы на несколько человек, один на один чатится. То есть реально вот получается мессенджер внутри социальной сети, который, ну, многозадачно можно использовать. Вот, сессия развивается, сессия движется вперед, и она учится говорить на разных языках, но сегодня вот, важный момент, что я хочу вам сказать, это то, о чем уже говорила Елена, о чем она еще будет говорить, это события, о которых... Ну, просто цепочка событий сейчас выстраивается. Уже прошли грандиозные события в октябре и ноябре в Крыму и в Новосибирске. И вот я в своем небольшом чате в Вайбере говорила, что я еду, и, наверное, на зарядке говорила, что я еду в Белоруссию на крещенские вечера. И вчера, как бы, пытаясь аргументировать, почему я туда еду, зачем важны события, да, я искала фотографию, чтобы поставить на слайд, вот, как бы, входящий, но нашла фотографии, которыми тоже просто не могла с вами не поделиться. Я думаю, что, глядя на эти фотографии, в общем-то, уже говорить много не надо. Здесь... Давайте их вот так полистаю, два буквально слайда с двух событий, которые были просто огромной значимости для меня. Они были в Литве, они были 2009, по-моему, 2010 год. Я уже не помню, что, какое из них было раньше. Это были звездные квалификационные события, лидерские события. И это было... Ну, просто какое-то вот потрясение для меня и открытие. По-моему, вот это все-таки было первое семинар ледокола, когда наша структура вот влилась в команду ледокола. Это тоже был такой перелом в нашей жизни, когда произошло вот такое вот слияние, объединение. И а вдруг я для себя открыла, то есть, ну, бывала я на выездных семинарах, вот, но здесь я поняла, что здесь какая-то другая атмосфера, какое-то другое всеобщее участие. Это был, ну, вот, в ожидании ресторана я насмелилась подойти к двум великим Дмитриям. Для меня это был такой поступок. Сейчас это уже запросто, что называется, я с ними общаюсь, но тогда это был такой серьезный шаг, то есть к лидерам, ну, уровня Павла Дуброва. Здесь я ближе познакомилась с Лилечкой Швейцер, с которой мы сейчас дружим уже. Это директор фабрики нашей в Шинчонисе. То есть посетить вот дважды саму фабрику, увидеть это производство, подышать вот этим ароматом. То есть у меня где-то даже есть этот халатик с травкой, я его не стираю, потому что там до сих пор хранится
аромат этой травы, щепотку я положила в карман, вот, на память. И вот это знание того, что такое стандарт GMP, да, когда ты сам видишь это вживую, как движутся эти коробочки. Нас пустили только на чайное производство и показывали установку, на которой будет упаковываться DFOX. Тогда это только-только вот зарождалось, только появлялось. И это было, ну, вот просто для меня потрясением, приобщение к какому-то вот духовному становлению под руководством наших лидеров. И вот вхождение в команду «Ледокола» это тоже было отдельным таким большим осознанием того, что, ну, вот нечто другое с тобой более сильное, более серьезное происходит. И я знаю, уже мне говорили, что вот на крымском семинаре тоже были люди, которые впервые попали вот на такое именно ледокольское событие. И они сказали, что какая-то вообще другая атмосфера, другое состояние. И это да, это так. Вот так же, как вот здесь, на событии, которое делала Инга Крукаускин, извините. И когда в замке 13 века на границе с Белоруссией, тоже, ну, да, вот все были в таких шикарных нарядах и при этом ели руками суп хлебать. Задача была из хлебной миски, ну, было вот что-то необычное такое, вот приобщение, как в 13 веке люди питались, да, как это было. И знакомство с командой Беларуси, тоже я вспомнила вчера, насколько это творческие люди, как они умеют делать вот такие встречи. И сейчас я уже перехожу к тому, что теперь вы понимаете, вот мое состояние, как-то у меня не получалось в предыдущие годы ездить на крещенские школы, но сейчас все сложилось. Я вчера уже, ну, прочитала, что на сайте, вот, на сайте visionplanet.net, вот на этой страничке крещенские школы, значит, 2019, где вот такая картиночка, вот смотрите, светло-зеленая, это всего столько осталось мест, потому что Крупенина рекреационная база отдыха, она вот всего 100, ну максимум 110 мест в зале, действительно небольшое такое помещение, и, ну, есть шанс, если вы тянете, то просто можно не успеть. То есть я вчера быстренько оплатила бронь, забронировала, перечислила деньги, потому что, ну, такое событие, ну, просто никак нельзя пропустить. Это впервые вот такой мощный лидерский состав, всегда это было мощно, всегда организаторы этого события, Кукушкин Алексей и Маргарита Грибулева, проводили это на высшем уровне, и обучающая программа, и отдых, и банкет, и само проживание, питание, все просто, я спрашивала тех, кто там был, все просто на таком высшем уровне, что выше, наверное, не бывает. Но сейчас посмотрите, какая команда лидерская во главе с Дубровыми, Тамара Пшенникова, Дарья и Галина Яковлева. Наверное, еще кто-то из больших лидеров могут же сюда приехать, и это будет, ну, просто вот три дня невероятные, потрясающие. И эмоционально, да, зачем мне это надо? Потому что, ну, вот эмоций наших хватает на достаточно короткий период, чтобы вот держать вот этот эмоциональный накал, чтобы работать с людьми, чтобы отдавать эту энергию, нужно постоянно подпитываться, подзаряжаться, да, и поэтому от события к событию мы движемся сами, движем туда, ну, как бы в наш бизнес вовлекаем людей. И благодаря тому, что вот такой промоушен на то, что бустер для новичков вот такой шикарный возможен, есть возможность еще подписать новичка и успеть туда пригласить и нового человека, который уже, что называется, замалосолится сразу и включится в бизнес под воздействием вот такой сильнейшей команды. Поэтому сейчас я завершаю и думаю, что вот моя горячность и мое желание
можно скорее уже туда поехать, вам понятны, и я вас приглашаю, и думаю, что это будет потрясающе. А о том, что еще сегодня компания запланировала на ближайший год, на ближайшие полгода, я передаю слово своему спонсору, человеку, который ведет меня в этом бизнесе. Лена, тебе микрофон, а я отпускаю микрофончик. Спасибо всем. Огромное спасибо, Галина. И мы, как обычно, вновь окунулись в технические штучки, изучили, по крайней мере, ознакомились с нюансиками, которые, может быть, не каждому понятны с первого раза. Спасибо, Галина. Но самое главное, мы почувствовали, как здорово будет на этих крещенских школах. Правда? Но, друзья мои, посмотрите, на прошлой зарядке я показывала график, как бы, ну, да, прежде чем вот идти к этому графику, хотела бы вам напомнить, что квалификация на эту все-таки есть крещенскую школу. Это старший консультант декабря месяца. Вот, поэтому она очень проста, но все-таки она есть. Старший консультант декабря месяца. Так вот, прошлый понедельник, нет, на предыдущей зарядке мы с вами рассматривали вот такой график события. И помните, да, Валентина Деревянко очень так системно, очень профессионально по этому графику с нами немножечко прошлась. Сегодня вновь вам демонстрирую, но уже в расширенном виде, друзья. Посмотрите. 12 января, вот-вот-вот-вот-вот-вот, прям близко-близко, для Европы, для балтийцев, звездная волна в Балтии, 18-20 крещенские школы, 9-10 февраля звездная волна Новосибирск, февраль ВИП-форум в Узбекистане, 9-13 марта Макао, апрель, помните, для ВИПов Нарек говорил о медицинской конференции в Москве, она будет там. Май, он, президент назвал большое количество людей, которых он планирует вывести в мае месяце в Турцию, друзья. Миллениум август, сентябрь, Тоскана. Обратите внимание, три бесплатных, частично оплачиваемых, будем так говорить, только за билеты, события от компании. Три. Обычно мы бывали только в одном большом путешествии. Сейчас Макао, Турция, Тоскана, и компания будет участвовать в оплате этих событий. Друзья, творится что-то невероятное. Нижний Новгород, семинар «Созвездие России» 22-23 февраля. Спасибо, Ирина. Что-то невероятное творится. То есть важность событий. На событиях мы приобретаем новое видение, эмоции, а главное – кураж. Кураж, без которого не двигается бизнес сетевой. Поэтому этот график обязательно будет еще дополняться. Вот уже 22-23 февраля мы увидели. Мы также слышали об апреле и семинаре, который планирует «Ледокол». Все регионы охвачены мощными событиями. Спасибо, Галина, это правда. Поэтому выбирайте, принимайте решение, следите за новостями и вывозите себя не только, вывозите на события не только себя любимого, но и подготовьте ваших новичков. Именно там, именно на событиях происходит засолочка, и вы это прекрасно знаете. Именно там, именно на событиях происходит то, что потом держит новичка в нашей компании, и ему это нравится. Итак, я желаю вам, друзья, легкого понедельника. Я желаю вам удачной недели. И как Валентина Деревянко сказала, очень ей эта фотография понравилась. Я ее сегодня еще разочек демонстрирую на события, друзья.
Всего вам доброго. Ну и, конечно, новички, новички с бустерами на ура в году. Всего вам доброго. До новых встреч.